народов, где проходит конференция юридического института «Рубен Право на пути к устойчивому развитию». А в рамках этой конференции рассматриваются правовые проблемы в сфере устойчивого развития. Мы разделили на несколько секций актуальные вопросы, которые посвящены вопросам экологии, защиты окружающей природной среды, прав граждан, вопросам зеленого устойчивого финансирования и искусственного интеллекта, масса интересных секций и очень много интересных докладов.